уверенностью могу сказать, что 1 сентября – это мой любимый праздник. А почему? Потому что мне не надо ни в школу, ни в университет, никуда. Ура! 1 сентября! Какое это у вас в жизни 1 сентября? Второе. Во второй класс идете? Да. Ясно. В какой школе учитесь? 6-я. Чего ожидаете от этого учебного года? Успехов. Первых хороших оценок. А вы в какой класс? Тоже второй. Все мамы идут в этом году во второй класс, в 6-ю школу. Ура! Здрасте, а вы, наверное, из родительского комитета? Нет, здравствуйте. А тогда зачем вам столько цветов? Помогаем спасать жизнь. Учителя нашего спасаем. Спасать учителя – это хорошее дело. Скажите, что для вас 1 сентября? День знаний. Праздник детям. В 3 раза. Это праздник как учителя и как мамы 2 детей. Вы вообще любили 1 сентября? Да, да. Школа – это всегда праздник, это очень трепетное ожидание. Радостное событие или грустное? Ну, как сказать? Как есть. Радостное, радостное, радостное. Настроение. Хорошо. Чего ты ждешь от школы? Новых настроений, веселых дней и учебы. А в какой ты класс идешь? 3-й. А сколько будешь учиться? Всю жизнь. Для детей праздник, а для вас? Двойной. Праздник. Можно отдохнуть наконец от них. От кого? От детей. От детей. От них можно устать? Разве нет? О, нет. Нет. Дети, это же цветы жизни. Я вижу. Какое это для вас 1 сентября? 23-й по счету. Вы идете в 23-й класс, это очень здорово. Своим любимым детям я пожелаю каких-то ярких событий, новых открытий и, конечно же, постоянно совершенствоваться. Удачи! Здоровья, терпения и высоких результатов. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.